гостям и зрителям моего канала огромнейший привет из Англии. С вами я, Светлана. Сегодня готовим очень вкусный и полезный суп из моркови и пастернака с кремом из петрушки. Суп имеет красивый двойной цвет, который выглядит очень аппетитно, и его вкусовые качества порадуют ваших родных и близких. Этот суп – идеальное блюдо для вегетарианцев. Что нам понадобится? 450 грамм моркови, 450 грамм пастернака, 2 луковицы, чайная ложка мелко нарезанной петрушки, 2 зубка чеснока, 2 чайные ложки тимьяна, 2 столовых ложки сметаны или йогурта, у меня обезжиренный йогурт, понадобится 2 веточки сельдерея, 2 лавровых листа, 2 литра овощного бульона и соль, перец по вкусу. Первый этап, нарезаем пастернак. Следующий таким же способом нарезаем морковь. Я делаю это колечками. Нарезаем сельдерей. Крупно нарезаем наш лук. Нарезаем чеснок. Хочу предупредить вас, что суп мы будем готовить в разных кастрюлях. Отдельно будет готовиться пастернак и отдельно морковь. Также я разделяю чеснок. Один пойдет у нас морковный суп, а второй суп с пастернаком. Мы с вами подготовили все ингредиенты. Начинаем варить суп. В первую кастрюлю я запускаю морковь, лук, сельдерей и лавровый лист, чеснок и тимьян. Во вторую кастрюлю у меня идет пастернак. И таким же способом повторяю лук, лавровый лист и сельдерей, чеснок, тимьян. Заливаю овощным бульоном и вторую. Включаю плиту, перемешиваю и будем готовить наш суп до полного приготовления овощей. Смотрите по времени, это может быть занять от 15 до 20 минут. С того момента, как он закипел, я готовила его 20 минут. Убираем лавровый лист. Нам они не нужны. Наш суп выливаем в блендер. Здесь у меня суп из пастернака. И по отдельности будем пропускать через блендер. Выглядит наш суп-пюре с пастернак. Выливаю его в нашу емкость. Блендер нужно сполоснуть. Таким же способом будем проделывать суп из моркови. В
накрываем и пропускаем через блендер. Все готово. И выливаем суп из моркови обратно же в кастрюлю. Солим. Добавляем черный молотый перец. Перемешиваем. Если нужно еще раз посолить, это уже по вкусу. И вот у меня еще чистая ложечка. Я сейчас попробую, посмотрю, нужна ли соль. Совсем немножечко. Вот так. И еще раз перемешиваем. Да, тигрица. А это у нас уже тигрица пришла. Обычно ангел приходит играться с мамой и проситься в камеру, а это тигрица. Вот тигрица пришла. И ангел, они обнюхивают мамочку, они думают, что что-то вкусное у мамы есть, да? А у мамы ручки пахнут супиком, но суп они не едят. Да, тигрица? Скажи здравствуйте. Здравствуйте, скажи, зрители. Здравствуйте, зрители. Тигрица, скажи здравствуйте. И ангел. Ангел, скажи здравствуйте. Здравствуйте. Что, вкусно мама пахнет? Да, они соскучились за мамочкой. Ну, давайте будем сервировать вкусный суп для зрителей. Давайте? Давайте. Готовим крем из петрушки в сметану или в обезжиренный йогурт. У меня обезжиренный йогурт, греческий йогурт. Добавляем мелко нарезанную петрушку. И это все хорошо перемешиваем. Вот такой крем мы приготовили к нашему ароматному, очень вкусному супу. Морковный суп наливаем. И затем суп из пастернака. Вот так. Сейчас мы с вами будем его красиво сервировать. Я покажу, как это делается. Берем суп и аккуратно начинаем выливать его с двух сторон в тарелочку, чтобы у нас получился красивый двойной цвет нашего супа. Аккуратно разравниваем одну сторону и вторую сторону. Вот что у нас с вами получилось. И сверху мы украсим наш суп кремом из петрушки. Вот такая красота у нас получилась. Очень вкусный, полезный суп из моркови и пастернака. Как приятно насладиться этим вкусным и ароматным супом, когда за окном идет дождь или снег. Его можно, конечно же, готовить любое время года. Летом можно сервировать охлажденным. Готовьте, мои хорошие, радуйте своих родных и близких. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного осеннего настроения, солнышка, тепла, любви и крепкого здоровья.
С вами была Светлана.